Сегодня в республике День памяти и скорби. 81 год назад, на рассвете 22 июня 41 года, армия фашистской Германии вторглась на территорию Советского Союза. Так началась самая жестокая и кровопролитная война в истории нашего народа, унесшая миллионы человеческих жизней. 22 июня, в День памяти и скорби, во всех регионах России прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В 4 часа утра ее участники зажгли свечи и возложили цветы к монументам, возведенным в память погибших в годы Великой Отечественной. В нашей республике из-за напряженной ситуации, связанной с непрекращающимися обстрелами мирных городов Донбасса, массовые мероприятия не проводятся, но жители ДНР тоже могут присоединиться к акции и зажечь свою свечу виртуальную. В рамках интеграционной программы Русского центра для всех желающих работает специальный сайт деньпамяти.рф. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее. Из-за неспокойной военной обстановки в республике администрациями городов и поселков Большого Харциска было принято решение отказаться от проведения 22 июня традиционных массовых траурных митингов и ограничиться скромными церемониями возложения цветов к мемориалам.